Hello everyone, and today we are in laboratory where exciting experiments are carried out. Today we arrived at the only laboratory in Kazakhstan where they explore different tests for electromagnetic compatibility of devices that are very necessary for science. The laboratory has one large experimental chamber with three stations for testing any type of device. One of them a large car testing station and two smaller stations for small devices such as computer monitors or smartphones. Сегодня мы приехали в лабораторию, которая тестирует приборы на электромагнитную совместимость. И сегодня со мной сотрудник этой лаборатории. Так, меня зовут Айгожина Малика, я ведущий специалист данной лаборатории. Эта лаборатория предназначена для радиочастотных измерений. Это безэховая камера, в которой, получается, существует для того, чтобы электромагнитные волны не распускались за пределы этой камеры, чтобы сохранять здоровье человека и вообще, чтобы не мешать другим техническим средствам работать правильно. Вот. Здесь у нас зона антенных измерений. Здесь мы калибруем антенны, делаем поверку. А здесь вот у нас зона для измерений автомобилей. Вот. Alnur Shalkar, Ayat Tamenov, special form Barinaitu.kz.